О! Давай, 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 красава! Всем привет! Вы на канале Паркетосы. У нас сегодня хороший день, прекрасная погода и у нас интересное мероприятие. Мероприятие у нас — битва между английскими и японскими внедорожниками. Сегодня мы их проверим в деле, на горках, на прямой и в глубоких лужах. Поэтому не переключайтесь, поставьте сейчас на паузу. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А мы поехали! А кто замыкающий? Я поеду. Я это кто? Слышен рев. Nissan Pathfinder, японская школа, 2.5 дизель, идет на максималке. Range Rover сломался, наверное, или что? Ну вот патрол, у него там 4.2, коротыш. Ну, ты смотри, как идет уверенно. Ой, как идет, здоровячок. Японская школа, заявка на лидера. Очень хорошо, уверенно идет. Финиш, финиш тут. Ой, как идет быстро. Ну, дизелечек американец. Давай, давай, давай. Давай, поднажми. Поднажми. Идет. Идет, 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 идет. Корейский вездеход. Ну, идет, 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 идет. Ой, как тяжело ему. У нас сегодня на выезде, на нашей битве, необычные дисциплины. Вот сейчас попробовали заезды по прямой на 402 метра. Сейчас посчитаем результаты, но пока могу сказать, что японцы лидируют, потому что японские показали такое достойное время. У англичан машин было немного, но вместе с тем тоже достойный результат, по-моему, даже второй. Поэтому мы двигаемся дальше. Смотрите. Конечно. Подкручивается как краник газовый. Идет уверенно, даже глубины нету. А дальше тяжело. Ну что будет делать владелец УАЗа? Выходит назад, идет, идет. Идет, натяг хорошо идет. Вышел. Да, здесь, конечно, глубина есть. Возьмет разгон побольше и включит еще одну блокировку. Я думаю, что да, теперь вторая.
Ой, УАЗу тяжело, но идет. Идет, двигается, хорошо идет. Вышел. Вот вам и УАЗ. Приехали в нашу вторую точку. Здесь у нас гора и водные преграды. Пока ни японцам, ни англичан не наблюдается. Пока здесь катаются русские. Но сейчас ждем следующих. Американцы тоже хотят установить, как всегда, приезжают американцы устанавливать свою демократию. Ну, для Сереги это не глубина, он берет гораздо глубже. Легко идет, дизель тяговитый. Серега настолько дерзкий, что даже номер не снимает. Пошел даже по... Молодец. Резина, резина и тяговитый дизель. Ну все. А на финише стало тяжело, перепадик. Поехал посложнее. Правильно, Серега, сдай назад, объедь левее. Не, не поедет, не левее. Ой, как летит. Отходите, ребятишки, сейчас будет тут это больше грязи. Ой, полетело в мою сторону. Финишировал. Красиво пошел. Идет уверенно. Вот, стало ему тяжело здесь. Волна пошла. Идет, идет, идет. Уже болотом пахнет. Вышел. Ну что, ребята, делайте ставки. Конечно, Паджеро без шноркеля, но... Ты посмотри, как легко идет. Не, ну вы видели? Вы это видели? Машина, которая прошла стоковая за 15 секунд эту лужу. Английский участник на стоковом Range Rover 2.5 дизель. Идет аккуратно. А, вроде ему и глубины нету. Чуть-чуть вот здесь. Можно сказать, по номер. И все. Вот еще и красивый финиш. Первые корейцы в липках, которые пытаются что-то доказать. Вот. Номер заранее снял. Ой, тяжело ему, тяжело, 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 тяжело на заднем приводе. Женя, у тебя задний привод почему-то. Дерекен, ну тяжело. Надеюсь, выйдет назад. Давай, 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 давай. Пошел, пошел, пошел. Глубоко сидит. Надо было, наверное, браться чуть левее, тогда, наверное, бы выехал бы. Но здесь самая ямка. Самая ямка для корейца. Он снял его, снял. Макс, одевай заброды. Багажник, вода набирается. Ну вот хреново. Вода заходит, а там же вещи все. Там же вся, все шашлыки лежат. Вот надо было сразу готовить эвакуацию. А так получается, сейчас поплывут наши шашлычки. Полный багажник воды.
Чуть-чуть воды. Главное, чтобы в багажнике все четко. Рюкзаки высоко лежат. Здесь только с краешку. Пускай она тут и лежит, ничего уж ты не сделает. Здесь сапоги лежат. В салоне, конечно, далеко не пошло, только с краю. Но водичка плывет так. Я в голову вас бойка. Уверенно идет. О! Вот это ярко! Не, полный. У нее полный, но у нее эти шрусы трещат, говорил. Ну что там? Англичанин пошел первый. Взял и заехал. Ну что, Серега, на вторая горка за нее 2 балла дается. Не, за ту горку я не знаю. Нет, ты посмотри, что вытворяет. Что творят англичане? Он хочет сразу все баллы забрать. Ну, конечно, высоковато. Тут я не знаю, кто заедет. Я вообще на вне баллов 5 баллов дам сразу, сходу. Ну, опыт. Пока что доминируют англичане как раз на этой горке. Все заехали сходу. Вот тут уже под нагрузку. Возьмись левее, не рви. Ну вот сейчас что-нибудь отрыгнет. Ну все, заехала. Не, ну зимой он здесь на подсвайдерике заезжал спокойно, с первого раза. Дизель, 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 идет, идет, идет. Все, запрыгнул. Клиренса хватает, ничего не цепляет и поехал. Сейчас второй японец тоже будет ехать. Вот малышу развлечение в машине. Ну, он, видишь, тихонечко в натяг идет и все. По самому сложному маршруту, чтобы специально заглохнуть. Может, солярка закончилась? I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be fleeing to the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Как-то на удивительно стоковый этот Паджеро хорошо едет. Патрул! Давай, давай, давай! Самые красивые, Серега, смотри, дружбаны! Ну вот машина!
think I fell in love with the bankroll. Pray up, get money, then we lay low. Ну теперь джипу очень хочется. Это тот случай, когда у тебя нету денег даже на УАЗ либо Ниву. Не работает? Это какой-то токийский дрифт у него. Смотри, какие колеса поставил. Конечно, будет хрустеть все. Вот мы приехали после водных процедур уже на более крутую горку. Здесь, конечно, она уже разъезженная, не зима, льда нету, поэтому все преодолели. Были там кое-какие трудности, но даже машина с задним приводом спокойненько заехала. Но было весело, поэтому легкое бездорожье у нас, наверное, закончилось. Едем в поисках более сложного. Как говорят, light, мы его найдем. Ну что, участники спускаются, каждый выбирает свою траекторию, спускаться, не подниматься. Но горка разъезженная, конечно, очень даже. Ну, чарок отважный. Здесь, конечно, большой уклон, сложно будет ему заехать. Ох, какая красота, а! О, давай, 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 красава! Надо было делать битву американцы против всех. Эй, красивый Ниссанчик, беленький, красавчик вообще, лучшие фотки. Рендж на полный сток, на Brembo тормозах, красивых дисках. На мотоцикле поедет по воде. Все? Вот вам и таракен на ровном месте застрял. Кто знает, где в таракене хабы включаются и включаются ли они? Все, Женя, не рви, сейчас вытащим назад. Ты на мост сел. Ну что там, пробуют все проехать. А препятствий нет. Я ж думал, ты в объезд поедешь. О, там да, глубоко. Ох, нырнул как красиво. Вот это занырнул, да? Приукрасил. Стоковый Митсубиси. А это тоже бесстрашный Митсубиси. Опа! Всего лишь, да, маленькая лужа, это целое приключение получается. Там последних можем, наверное, уже не снимать, а ехать дальше. Иначе сейчас целая колонна будет. Хотя давай посмотрим маленький субарик.
Это самое интересное будет. Пошел. Это называется посмотрит. Вот это он посмотрел, да. Ну и глубина по колесо почти. Ну что, англичане едут первыми из своей группы. Японцы уже впереди. Следом япошка. Тоже легко проезжает. Не знаю, как это назвать, битва, либо не битва, либо просто приехали по лужам покататься. 3.2 дизель, японский легендарный Mitsubishi Pajero. О, для картинки какая красота! Вот смотри, у вас же так не может на скорости, зато он может... Нет, тоже идет красиво. Ух! Ну это, наверное, самые отважные ребята. Обычный седан, универсал, Subaru Legacy на резине хорошей, со шноркелем самодельным. И не хватило на финише прогазовать. Прошел. Ну что, последний Ниссанчик там, там, а? Спокойно едет. Конечно! Вот сейчас вы видите, как у вас чинят после проезда по воде. Но на самом деле он просто смотрит, может, какой рыбы наловил. Ну что, едем до следующей точки. 15 километров тут нарисовано. Вот по карте Осмонд едем. У нас, видите, сколько сегодня точек, чтобы посетить. Сейчас едем по лесу. Лес высох. Там, где были лужи интересные, все подсохло, но обязательно найдем. Ребята сказали, что лужи есть, можем двигаться дальше. Вот как раз мне тут сказали, надо тебе сюда заехать. Вот по этим точкам мы едем, где надо. И этот, как его, Пашка на Каптюре. Кто не смотрел выпуск на YouTube, посмотрите про Каптюр. Хотел сегодня, просто рвался в бой, еле отговорил. Может быть, даже и обиделся, что отговорил. Но здесь будет ему тяжело. Вот, мы ее нашли. Объездка есть левее, и объездка есть правее. Такая.